Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами. Что такое? Я сделаю вид, что я ничего не вижу. В честь этого анекдота. Что это происходит? Да, что это? Появился, значит. Просто. Что это за козьи ножки? Это вообще что-то. Жесть. Значит так. Вот так, давай. Вот так давай работать. Ты куда побежал? Объясниться. Ой, сколько вас? Ой, разбегались-то. Как утята. Так, окей. Ну как-нибудь к вам наведаюсь. А пока. Как там? Да, прапор же, да? Стой! Прапор! Стой! Стой, подножка, подножка. Жопа горит. Так, приветствую. Стоит, значит. Значит, у этого был Твою мать! Пацаны! Твою мать! Пацаны, тут жесть! Тут там жесть, пацаны! На тебе! Ай-я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 й! О, бляха! Оружие убрал. Долговцы и сталкеры ведут себя странно, короче. Что там встал-то? Информация может тебе... Бармен. Сюда иди. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Че вылупился там? Сюда иди. Телек с другой стороны. Сюда иди, ну. Да бармен, бляха. Мне патроны нужны. Не тормози, мужик. Моя информация может... Баран. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами... Что такое? Я сделаю вид, что я ничего не вижу. Окей. Продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы с вами стали королем... легендарные арены сталкеров. Внимание, анекдот. Давай, в честь этого анекдота. Что это происходит? Да, что это? Появился, значит, в зоне черный сталкер. О, вот, черный сталкер. Повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: водички, попей. А если не дашь хлебнуть, по-моему, слышали, да? Полезет, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука из-за горла его. Цап! И такой щиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Да, мы слышали, короче, этот анекдот. Вот. Короче, мы стали королем легендарной арены. Но не все мы, короче, с вами выполнили. Это стопудово там, потому что там было написано, по-моему, у вас недостаточно опыта, чтобы продолжить бой. Так что нам нужно до уровня мастера дойти, так что будем стараться. Вот. Тень меня убивает просто. Что это за козьи ножки? Это вообще что-то... Жесть. Значит так, сегодня мы, короче, с вами будем выполнять задания. Задания, всякие разные задания. Здесь куча всяких интересных квестов, наверное, вот, находится на этой территории. И начнем мы с вами всеми любимого барчика Сторингенчик. Вот. Начнем отсюда, потому что здесь есть... Проходи, не задерживайся. Да, иду. Вот этих вот людишек, короче, есть задание... В смысле? Я пошел в бар. Так, есть у бармена задание, и даже у информатора есть какие-то задания. Вот. Так что поможем людишкам здесь всяким. Вот они сидят грустные, мы им сейчас поможем. Так, что у меня здесь? Здесь у меня, короче, можно забрать. Это водяру не надо. Так, хлебушек. Это, наверное, выложим. Окей, хлебушек. Ай-яй-яй.
хлебушек заберем. Окей. Вот так, в принципе. А, ну вы что, сказали в комментах, короче... Так, ладно, давайте сейчас сначала возьмем задание. Сколько неба копчу. Так, ну, и давай, наверное, у информатора возьмем что-нибудь. Нужна работа. Убить сталкера-мастера. Окей. Мы заинтересованы в том, чтобы в зоне бродили ходячие танки, вооруженные до зубов сталкеры в экзоскелетах. Работа от этого становится только сложнее и опасней. И чем их меньше, тем нам лучше. Убьешь одного такого, получишь награду. Окей, я берусь. Окей, я берусь. Так, что это у меня такое-то? Что это мне подлагивает? Так, у тебя ничего, да? Окей, взяли задание убить сталкера. Хорошо. Он находится у нас армейские склады. Армейские склады. Так, этот тайник нам не взять. Что у нас, меченые бармены? Так. Находится... Ой. Ух ты, как далеко-то. Он находится у нас... Армейские склады, короче, где-то вот здесь. Новая локация, кстати. Отправимся туда, вот. Так. Ну, в принципе... Ну, в принципе, все. Так, я посмотрю, ничего не появилось у этого, у бармена. Так, опа. Это что такое? После того, как эта винтовка была заменена армией Великобритании на немецкую ГП-37, она в большом количестве всплыла на черном рынке, а затем и в зоне. Главным достоинством ИЛ-86 является штатный четырехкратный прицел и высокая точность первого выстрела. При стрельбе очередями точность боя резко падает, а надежность основных механизмов винтовки недостаточно высока. Боеприпасы... Ага. Так, боеприпасы 5,56 на 45 мм. Это, наверное, вот эти. Да. Это вот эти, короче. Бляха. Это вот эти, короче, патроны. Я не знаю, брать или не брать. Так, погоди. Что у нее? Точность так, повреждение так, удобность так, скорострельность так. А у меня... У меня все намного лучше, но здесь, у этой винтовки, у нее есть прицел, оптический прицел. Бляха. Что собак не резали. Ладно, я пока брать ее не буду, вот. Пока я, наверное, ее брать не буду. Я возьму здесь патрончики. Всякое разное есть. Окей. Патроны и патроны... Патроны, наверное, так, 9 на 19 миллиметров, это вот эти, да? Базовый патрон. Базовый не надо. Наверное, вот эти вот патроны заберу. Вот так хорошо. Вот так хорошо. Так, вы сказали, короче, в комментах... Все, идем. Вы сказали в комментах, что я накопил много, короче, денег. Тратить их, в принципе, некуда. В игре, как бы так вот по комментам, да, по вашим, сильно тратить некуда, но я, короче, буду все равно копить, мало ли у торговцев, вот видишь, сейчас появилась пушка, да, такая вот, какая-то новая, которую мы не видели еще, но вдруг появится гром, я вот хочу гром, я вот жду, когда появится гром, короче, потому что, ну, очень мне эта пушка, короче, очень прям понравилась. Прям прикольная, прям вот она точная такая, вот она прям, ух, видел, да, как мы, короче, бандюганов, короче, выносили на арене с этого грома. Ну и, возможно, какие-нибудь, не знаю, там, артефакты вдруг появятся, знаешь, в продаже, хотя это, не знаю, навряд ли, наверное, но вдруг появятся артефакты какие-то. Вот, интересные. Так, а у меня там артефакты-то стоят на месте? Стоят на месте, хорошо. Хорошо, прекрасно. Так, где тут выход-то вообще? Эй, народ, где выход? Я правильно иду? Меня тут не пристрелят? Я, походу, правильно, да.
Так, здесь вот у какого-то генерала, тут, по-моему, или какого-то полковника какого-то есть задание, короче. Ну это ладно, потом. Идем, у нас есть задание, мы идем, короче, уже выполнять его, уже идем выполнять его. И я думаю, все, правильно. Я думаю, все, можно, наверное, достать оружие. Перезарядка. Хорошечно. Так, выберем вот это. Так, посмотрим, что у нас. Справка данные. Здесь ничего нового. Окей, статистика. Ух ты, статистика. Смотри, уже 11 убийств у меня было сталкеров, короче. Ух ты, почти 2000 мутантов убил. 77, прикинь, 77 квестов уже выполнено. И не заметили даже, да? И вот как-то вот они пролетели, да, и так вот незаметно как-то. Что-то у меня подлагивает, непонятно, короче. Что-то подзагружается, что ли, хер пойми. Что-то непонятно. Так, перейти на другую локацию. Правильно, да? Все, все правильно, все, все четко. Все четко мы идем, короче. Мы идем убивать сталкера-мастера. Наверное, будет сложновато. В экзокостюме каком-то, в экзокостюме с экзоскелета каком-то, наверное, он. Ты смотри, что-то вот подлагивает. Тихо, мужик. Что такое? Эй, стой, сталкер. Ты на территории свободы. Это обычная проверка, не ссы. Да ладно. Вот так давай. Вот так давай работать. Ты куда побежал? Объясниться. Ой, сколько вас? Ой, разбегались-то. Как утята. Так, окей. Все, спеклись, пташки. Это я не знаю, что за патроны. Так, это заберем, это заберем, это заберем. Это что за пистолет? Компакт. Какой-то другой пистолет, да? Да ну, мой интересней. Мой интересней, мне больше нравится. Так, журнал, что-то там в журнале, короче, появилось. Окей, на. Так, что у тебя? Хорошо, заберу. Что-нибудь скажешь мне? Вот так, на троих засранцев меньше. Ты вовремя появился и нас не спалил. И сам цел остался. Я так думаю, никто об этом не узнает, а? Не думаю, и сложно сказать, в смысле. Я так думаю, никто об этом не узнает. Сложно сказать. Не думаю. Тебе что, жить надоело? Нет. Вот и ладушки. Есть желание заработать, сталкер? Ну как же без этого? Тогда двигай за нами, потолкуешь с нашим командиром. Командиром? А то череп тебе сам все и расскажет. Хорошо. Ладно, ребят, у меня дело. Я потом как-нибудь. Окей. Я думаю, он предлагает, короче, за них. За них это. Вступить в долг, короче, я думаю. Предлагает. Что так мне подлагивает-то? Бляха. Так, ладно. Что за радиейшн? Что за радиейшн-то? Ну-ка. Что за радиация? Что за радиация? Так, ладно. Я не пойду, короче, за долгом. Там мне кажется, что они хотят, короче, чтобы я вступил в этот долг и выполнил там задание, короче, за отдельную плату, там что-то т.д. и т.п. Мы одиночка, мы нет. Да что такое? Что подлагивает-то? Что за дичь-то? Что за дичь? Короче, блин, я посмотрел, что у меня там подлагивает. У меня, короче, винда начала обновляться. Засранка. Поэтому не серчайте, что будет немножко притормаживать или что-то там. Короче, не вовремя, как всегда, обновления пошли. Так, сюда мы не ступаем.
погоди. Опа! Сунул добро в бревно. Думаю, не найдут. И где-то там. Где-то там бревно какое-то. Вон там, наверное. Надо обойти. Сунул добро в бревно, говорит. Там нейтралы. Там долговцы, наверное, сидят, да? Так, окей. Сунул добро в ведро. О, в бревно. В ведро. Так, бревно. Где у нас бревно? Бляха, что, с другой стороны? А я могу туда попасть? Говорит, бревно сунул. Опа. Крупень. Так, окей, кровотечение минус 267. Ни хрена себе, формируется аномалия холодец. Негативные свойства этого артефакта компенсируются тем, что он повышает свертываемость крови. Такой артефакт нечасто можно встретить, за него дает неплохую цену. Так. Это уже интересно. Это уже интересно. Так, это мы убираем. А это мы с вами... Вот так вот сделаем. Нормаль. Нормаль. Так, погоди, здесь везде колючка. Как мне попасть? А как мне попасть к бревну? Вот здесь дерево как-то сваленное лежало, но я не знаю, это не то бревно. Тайник-то вообще в другой стороне бит. Как мне сюда... А, во. Ну-кась. Меня пропустите, нет? Так, они нейтралы. Приветящий бродяга решил зарулить к нам на огонек. Свобода. Группировка Свобода. А что-то вроде. Хочешь присоединиться к нам или как? Или как я по делу? Да ну, присоединяйся лучше, у нас тут весело. Я подумаю. Так, кто у вас здесь старший? Хотя зачем? Информация для него есть. Лукаш у нас командиром, иди в главное здание. Понял, спасибо. В смысле, чё? Так, ладно. Что интересного можно сказать? Док, вон он все орет про свои суперподвиги на заслоне. Кто бы только тут им верил. Вы это дело начинали, мы дальше тянем. А еще сколько одиночек вроде тебя добровольно остались. А эти? Да ну их, козлов. Окей, так, что у тебя есть? Так, на, держи, короче. Эту штучку. Можно, да, пройти? Тихо. Без резких движений. Я даже уберу оружие, окей? Можно пройти, да? Не кусаются? Окей. Так, где там бревно? Я только чисто... Я чисто за бревном. Убираю себе поезд. Снайпера. Я чисто за бревном, короче. Так. Говорит, спрятал в бревне. Тайник. Окей. Тайник, это что такое? Граната для подствольного гранатомета М203. Винтовки ТРС-301, ГП-37, СГИ-5К или 86. И для интегрированного гранатомета ФТ-200М. Давай заберем. И потом в тайничок, короче, к себе в норку. Вдруг потом пригодится. Все, короче, я пошел. Я пошел, друзья. Потом как-нибудь к вам наведаюсь. А пока, как там? Так, я по делам. У меня, короче, надо убить сталкера. Сталкера-мастера. Вернуться за награды. Убить сталкера. Задание одно, в смысле. О, блин. Он сам сдох? Он сам сдох, что ли?
Бляха, я его даже не видел. Ну ладно, что поделаешь. Что поделаешь? Идем обратно. Я толком и локацию-то не посмотрел. Бляха, что-то так притормаживает люто. Сраные обновления задрали. Надеюсь, сильно очень тормозить не будет. Так, здесь у нас радиация такая мощная. Счетчик Гегера просто щелкает. Просто как щелкунчик себя ведет. Ладно, сейчас, короче, возьмем у кого-нибудь другого еще задание. Интересно, что там информатор мне подкинет? Может, инфу какую? Было бы прикольно, если бы он бесплатно какую-нибудь инфу дал полезную. А не, знаешь, бабки-то у меня и так есть. Где-то свинья похрюкала. Вот. Бабки-то у меня и так есть. Опа. Говорю, свинья где-то похрюкала. Да на, держи. Тебя я не боюсь. Таких я не боюсь, таких я ложу левой, правой ногой. Окей. Ладно. Время у нас еще есть, так что я думаю, хватит еще хотя, ну, одно задание хотя бы взять, да? Сейчас посмотрим, что там, кто там. Так. Осторожно, дальше дикая территория. Это как раз мне туда надо по сюжетной линии идти. Так, а у кого? У тебя, да, задание? Проходи, не задерживайся, чего уставился? Так, понятно. У кого из вас задание-то? Проходи, не задерживайся, проходи, не задерживайся. У тебя? У вас тут дядька какой-то был, которого работа там. Проходи, не задерживайся. А где этот дядька, которого задание-то? Жесть там сны. Слышали, да? Жизнь там сны. Давай руби, Васёк! Васёк, руби давай! Что, горают, сидят? Так, у тебя задание, не? Прапор. Да, прапор же, да? Стой! Прапор, стой! Стой! Стой, стой, стой! Подножка, подножка! А-а-а! Жопа горит. Так, приветствую, сталкер. Да, кишки скоро выйдут. Если ты тоже про то, что... Если ты тоже про то, чем вы тут все меня уже последние два дня задрали, отвечай, иди ты в баню. Если б знал и не запретил, или рассказал бы. А так не знаю, не знаю вообще ни хера. Что там эти ученые добыли, куда наше начальство уехало, а я тут при чем? Отпуск у него и перед нами оно и отчитывается не обязан. А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу... Чё, бляха, ты там несёшь-то вообще? Так, где там бар Сторинген? Сторингеныч. Арена. А, бар, вон там. Бар вот здесь. Проходи, не задерживайся. Да иду. Отшумели летние дожди. Чё, Шуру слушаешь, да? Нормально. Не тормози, мужик. Так, я по поводу задания. Мамины бусы мне... Зачем мне бусы твоей мамы, а? Убить сталкера. Так. Мне нужна работа еще. На данный момент ничего нет. Окей. Что у тебя там за мамины бусы ты мне дал? Мамины бусы. Пулестойкость плюс 5. Нифига себе. Замечательный артефакт, берегите его. Он хорош тем, что имеет только положительное качество. Ученые ломают седые головы над тем, как подобные свойства можно получить в лабораторных условиях. Я поставлю. Подходи, сталкер. Так, чё там?
надо убрать тут, короче. Так, у меня 6 гранат, одну гранату убираем, это мы тоже уберем. Что еще? Я какие-то патроны вот взял, тормози, да? Мужик. Потом, я еще что-то взял. 9 миллиметров, ой, 19, 45. Ничему некоторые. Дайте вот патроны уберу. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Так, 8 батона. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросают. Ну вот так. А, погоди. У меня еще вот такая, ломать мясо есть еще одну. Еще один ломать мясо, ладно, продадим. Не тормози. Сейчас мы продадим. Может тебе пригодится. Тебе, да, можно продать. 7 косарей. А, держи. Все, ништяк. Так, у тебя там что появилось? Ничего. Ничего нового. Патроны для автомата опять появились у него. Так, 518 у меня. Давай еще заберем. Пригодятся. Вот эти патрончики, они пригодятся. Подходи, сталкер. Так, ладно. Как ты у меня всегда берем, короче. Вот это задание было, да? Чего тебе можешь что-нибудь рассказать для новичка? О, мне нужна работа, есть еще на примете. Убить предателя. Я недавно с одним сталкером с артефактами ходил. Около самого выжигателя искали. Столько всего нашли, даже нашли пару артефактов, которых я вообще еще никогда не видел, даже на фотографиях. Так вот, этот сукин сын меня подставил. На последней ночевке куда-то слинял и заныкал самые дорогие артефакты. Еще мне втирал, что типа они сами исчезли. А пару дней назад увидел один тот самый редкий артефакт у бармена. И такая злость меня взяла. В общем, сталкер, если сможешь найти его, передай ему от меня свинцовый привет. А может заодно узнаешь, где у него тайники, и найдешь второй артефакт. Он того стоит, поверь мне. Окей, я берусь. Не тормози, мужик. Так, ладно. Взяли задание. Идем, короче, очередного предателя, очередного убивать сталкера. Где же он там находится теперь? Да. И в принципе недалеко. А, в тех же территориях. Бляха. Опять туда идти. Ладно, на тех же территориях. Ну сюда, короче, бегаем. Ну ладно. На то оно и сталкер. Топ лбу сюда бегать. Сюда. Где там выход? Где там выход-то? Где-то я тут как-то срезал там, по-моему, или что-то там как-то проходил. Здесь что ли? Бляха, задрали эти обновления, притормаживает люто. Люто притормаживать неудобно. Че там в стену долбится? О, погоди! Вот у нас главный, да, появился? Или застава была какая-то бойня, что случилось? Это останки от прошлой волны мутантов. А, ну понятно. Так, мне нужно задание. Окей. Так, сержант Киценко. Окей. Запомним. Сержант Киценко. А! Так я не тут проходил-то. Он здесь всегда стоит, значит. Значит, у этого был по... Епа! Еп! Твою мать! Твою мать! Пацаны! О! Пацаны! Твою мать! Пацаны, тут жесть! Тут там жесть, пацаны! Тут вообще дичь какая-то! Так, минус одна. Бесхвостовая. Бесхвостовая. Так, ну чё, твари? Где вы там? Ау! Ау, бляха! Сюда, камон! Куда улетело? На тебе! Ай-я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 й! О, бляха! До собаки. Котопсы, короче, котопсы наступают. Котопсы. Подходи, сталкер. Ебта! Кое-что интересное. А я у тебя задание взял? Убить предателя. Окей. Эх, блин.
День за днем одно и то же. Так, ладно. А, чё там? Я там что-нибудь продал, да? Да. Я там продал все. Проходи, не задерживайся. Мне стоит, короче, только выходить. Бляха, нихера себе попался так. По жестяне попался. А, ну понятно. Вот здесь надо проходить. У меня там было, короче, другое совсем задание выбрано. Ну ладно, нормально. Я думаю, короче, там, видишь, он говорил, типа, уничтожить логово собак. Я думаю, как раз вот эти вот собаки, которые вот эти вот белые котопсы. Ну ладно, с ними потом разберемся. У нас сейчас другое. У нас сейчас совсем другое, совсем другая история. Совсем другая история. Нас с вами убить предателя, да. Ни о каких собаках речь не идет. Это все тут шныряет. Ты что здесь шныряешь-то? Чё ты здесь шныряешь, скажи мне? А ты чё? Готовы уже давно. Я уже второй раз здесь. Опа! Я уже второй раз здесь прохожу и вы там все. О, готов. Смотри, как мы его. Так, наверное, надо взять вот эту штуку. Окей, так. Далеко ли нам идти? Нет, в принципе, мы уже пришли. Там, смотри, деревушки. Тут столько деревушек каких-то интересных. Я думаю, мы везде побываем. Предатель. Бляха, он там, короче, это, с толпой сидит. Вот ненавижу вот эту штуку, короче, когда они там с толпой сидят. Еще и долг, наверное, сейчас будет, короче, стрелять. А если я убью долговца, то это будет жопа. Оружие убрал. Бляха. Оружие убрал. Долговцы и сталкеры ведут себя странно, короче. Ствол на плечо, мужик. Видите ты? Я тебя сейчас на плечо. Знаешь что? Оружие опусти, мужик. Это ты мне? Не балуй. Это оружие ты спрячь. Мне? Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Привет. Типа ничего нет. Так, ладно. На, держи. Продам тебе. И мне тебя оружие надо убить, убрал. Да? Ай, бляха, я так и думал. Бляха, я сейчас долго своего убью и будет жопа. А ты че? Ты падла-то такая, а? Серогрызаная. Ну-ка ты где? Ой да. Так, артефакт какой-то взял. Кристальная колючка. Кристаллизуется в аномалии жгучий пух. Выводит радиацию из организма естественным путем. То есть через уши вместе с некоторым количеством крови. Возможно, потеря крови через другие отверстия. Попадается нечасто и довольно эффективен. Чем заслужил себе стабильную цену на рынке артефакт. Окей. Так, погоди. Ранги. Контакты. Отец. Репутация очень хорошо. Мастер. Кто? Контакт. Враг. Как мне посмотреть, короче, это? А, это одиночка. Понятно. Так, как мне посмотреть, короче...
как там у долговцев? Смотри, я 298. Какая репутация у меня с долгом? Теперь. Ой, дай бог, короче, что... Так. Слушай, чувак, я не хотел тебя убивать, но, блин, ты сам напросил... Опа. Ты сам напросился. Так, точность повреждения удобной стрельбы. Но у меня все равно лучше. У меня все равно удобность. Ну тут удобней, да? И скорострельней. Но мой автомат все равно, наверное, лучше будет. Хотя, фиг его знает. Бляха. Ну, давай, давай испробуем его в деле. Знаешь, блин, я столько, короче, патронов вот от этого. Смотри, смотри, сколько у меня патронов вот от этого. Так, ладно, давай-ка 10 патронов. Мы его испробуем просто. Если что, мы его спрячем. Заныкаем. Так, так, так. Хорошо. Так. У нас, по-моему, какой-то появился... Это что? Свалка опять. Так. Припять. Недалеко, смотри, от Припяти, да, нахожусь. Так, где-то. Опа. Труба. Туннель. Вход в лабораторию. Нифига себе. Так, справка, артефакты какие-то опять. Огненный шар. Кристаллизуется в аномалии жарко. Хорошо борется с радиоактивностью, хотя ускоренный энергообмен изнашивает мышцы двигательного аппарата. Долго же бежать не получится, артефакт излучает тепло. У меня такой вот сейчас есть. Локации. Припять. Это был город энергетиков. Его построили еще вместе с ЧАЭС. Немаленький был городок. Только теперь там уже никто не живет. Кроме, конечно, нечисти всякой, вроде мутантов и зомби. Пройти туда, судя по всему, и вовсе нельзя. Выжигатель мозгов путь закрывает. О-о-о. Жесть. Жесть. Тайник в люке. Тайник в люке в каком-то. Тайник в каком-то люке. В каком же, мать его, люке тайник? Тайник в люке, говорит. Я на карте в упор не вижу. Здесь у нас энергощиток. Тайник в люке. Где этот тайник в люке находится? Так, вот, погоди. А, это не то. Тайник в люке. Так, это что? Ящик с мусором. Так, тайник в люке. Где мы еще тут не были? Здесь никаких тайников вообще, вообще не видно. Радар. Припяти, что ли, где-то? Нет. Ладно, опа. ЧС. Охренеть. Охренеть. Короче, я не вижу в упор, где тут тайник в люке. Странно, конечно. Ладно, отправляемся, короче, мы с вами за наградой. Я надеюсь, репутация не сломалась долго, короче. Он сам напал. Я вообще его не хотел трогать. У меня совсем другие планы были. Так.
Радиацию надо убрать. Итак. У меня совсем другие планы были. И... трогать я его не хотел. Короче, испробуем эту пушку. Если вдруг она, ну, хороша, так, настолько хороша, как описывается, то мы, наверное, продадим свой ствол, продадим от него патроны, купим патроны от этой пушки. Ну а что делать-то? Ну а что делать-то? Хорошо, что не купил, да, ее. Я, кстати, думал, что купить ее, но это... не стал. А тут нашли модифицированную, короче. Ладно, аккуратненько идем. Так. Ну, в принципе, сейчас придем, награду заберем. Эх, выдохся. Сидеть, что ли, на крючке. Погнали. Погнали. Чем вот она меня привлекает, короче, вот эта пушка, она, короче, она с этим, с прицелом. Снайперским. То, что я и хотел. Вот мне как бы, видишь, она. Мне вот это вот и надо было. Как бы. Чтобы попытаться как-то хотя бы постелсить, что ли. Ей бы еще глушитель. Вот тогда бы да. Тогда бы я без раздумий, короче, ну. Без раздумий бы тогда уже тот продал, эту бы оставил. И взял бы патронов для нее. Ну, видишь, я не знаю, может, и как-то отдельно можно. Отдельно можно найти эти. Глушитель. Так, ну сейчас проверим. Сейчас проверим насчет долга. Сейчас проверим насчет долга. Держим кулачки, друзья. Так, окей, хорошо. Нейтрал вроде. Вроде нейтрал. Хорошо. Это радует. Это радует. Давай, лупи. Парни, стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, подумал. И вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. Да уж. Так, парни, я скоро вернусь, короче. Ну, может, не к вам, может, к другим. Здесь что-то тоже тут балабулит. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. Ну-ка, ну-ка. Проходи, не задерживайся. Окей. Не задерживайся. Мне всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Так, чего моя тебе? Информация может тебе пригодиться. А, я по поводу задания. Задание выполнено, а вот и гонорар. Начинает звезда. Так, мне нужна работа. На данный момент нет ничего. Как меня угораздило. Окей, что за ночная звезда? А, пулестойкость, радиация плюс 5. Этот замечательный артефакт формируется аномалией трамплин, использование артефакта требует нейтрализации смертельного радиоактивного излучения. Дорогой и редкостный, он чрезвычайно интересен для научных экспедиций и прочих исследователей активности зоны. Ну, блин, такое, знаешь, пулестойкость плюс 5, ну, не знаю. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну, не знаю. Если кто помог. Вот дерьмо-то. Так, уничтожить. Ага. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка.
Да вот, и не так думал сходить, и обломался. А там и цыголок, натуральный форпост, науки в зоне. Копаются, фиг знает, в чем копаются. А вокруг комплекса мертвяки бродят. Идиллия, ей-богу. Так. Ни тварей, ни сволочей. Ну этому... Не тормози, в принципе, ничего. Моя информация может тебе пригодиться. Окей, чё я хотел? Я забыл, чё я хотел. А, мы так и не испробовали, подходи, короче, сталкер, эту пушку. Для таких, как ты, у меня всегда. Так что давай-ка, наверное, сделаем так. У меня, кстати, от нее немножко патронов есть. Давай сделаем так. Вот это уберем. Это уберем. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Вот дерьмо-то, а. Это все убираем. Под хвост катится. Бляха. Ни хабара, никакого приварка. Наверное, так, да, просто испытаем, короче, эту пушку. Подходи, сталкер, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Посмотрим, как она себя покажет, пить, короче, в деле. Квасу б сейчас холодного. Так, это что у нас да за патроны? В нос шибал. Это туда. Кусок бы мяса. Все, отлично, так, и у бармена, бармен, иди сюда. Подходи, сталкер. Давай, камон, давай сюда иди. Бармен, да, иди сюда, ну. Ругатель. Бармен, бляха. Да иди, туда иди. Мне поговорить с тобой надо, но... Не тормози, мужик. Что там встал-то? Может тебе... Бармен. Бармен. Всегда сюда иди. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Че вылупился там? Сюда иди. Телек с другой стороны. Сюда иди, ну. Да бармен, бляха. Мне патроны нужны. Не тормози, мужик. Моя информация может... Баран! Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози. Ладно. Моя информация. Ладно, друзья, у меня, короче, видос подходит к концу. Вот. Мы, короче, в следующей серии купим патроны для этой винтовки, ее испробуем. Вот, возьмем какую-нибудь еще работу. Вон, у тех, видишь, они все. Все, вот, все стоят и за голову держатся, охренеть. Короче, у этих вот, да? Вот, если успеем, то возьмем уже и у торговца бармена, короче, задание. Ну, еще у нас там у этого, у сержанта надо взять, да, тоже задание. Повыполняем, короче, а потом уже посмотрим. Возможно, по сюжетной подходи, линии пойдем. Для таких, как ты, у меня. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.